Всем привет, ребята, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы с вами поиграем в бета-игру Zombie Faction. Так что, пока еще она, ребята, в разработке, и нам предоставляется в нее всего лишь немножечко посмотреть. И еще недостаток у этой игры, я заметил, что она написана на испанском языке, но переведена как бы по-английски. Так, мы играем за какого-то чувачка с битой. Так. Читать тут бесполезно, перевода все равно нету. Да и непонятно, на каком языке тут написано. Так, переносим сюда. Вот, что за жанр игры, я тоже пока не знаю. Пока мы просто идем и бьем этих зомбарей. Так, надеюсь, мы поймем все-таки, в чем здесь суть. Так, пробили, что дальше? Так, ну, и что это нам дает? Дальше мочим зомбарей. Так, теперь нам надо... Я не пойму. Вниз, что ли? Так, подождите. Ну-ка, давайте вот, наверное, на зеленую. Ага, вот так вот. Двери он тоже ломает, да? Так ему не пройти. Ну, сейчас он спустится вниз. И это, я так понимаю, наше первое задание. Просто завалить всех тут зомбарей. Так, ну ладно, в принципе, ничего сложного здесь нет. С чего все началось, тоже непонятно, да? Ни ролика, ни заставки, ничего не было. Что такое? Что тут? Так, конструировать. Ну давай. Ну давай сделаем вот эту штуку. Что это такое, не могу понять. Ага, какая-то мастерская. Так, в ней мы добываем болты, шурупы. Так, здесь у нас яблоки, ага. А, понял, ребята, мы, короче, освободили себе базу. Так, атака. Так, я... Ну, ладно, атака, давай. Ага, появились здесь. И наша цель тут что? Завалить... Ага, дойти до зеленой комнатки, да? Ну, ладно, давайте дойдем. Так, камера что-то отдалилась, я так понимаю, приблизить ее нельзя. Может быть, это можно сделать на андроиде? Но в данный момент я не могу. Так, он спускается вниз. Ага, здесь, значит, можно еще сократить себе путь. Ясно. Так, и что мы в этой комнатке получаем? Ничего. Давайте тогда вот этого попробуем сейчас завалить. Наверное, всех зомбарей здесь надо убить. Суть. Кстати, ребята, бегает он сам. Я им не управляю. Я просто показываю, куда ему идти. Так, что такое? Ага. Так почему-то ему нельзя. Надо именно сделать через movie группа. Movie группа — это двигаться группе, по идее. Значит, он будет не один здесь. Ага, тут еще что-то. Все, мы что-то подобрали. Continue. Ящик. И нам выпадает 50 болтов. Вау, Мэверик. Какой-то чувачок нам достается. Еще даже один. Супривенты коммун. Вот что это такое? Ну. Мелорар. Блин, хрен поймешь, на каком языке. Так, что тут такое у меня? Ага, поставьте одного рабочего. Ясно. А где этот работяга? Почему-то я его не вижу. Я ничего не... А, вот он идет. Идет-то как в штаны наложивший. Давай-то быстрее беги. Мне нужно тут не знаю что делать. О! Так, Мэверик. Инвентарио. Так, что тут? Тут донат, как обычно. Так, карта, по идее, большая. Но мне дано только одно. Супер... Суперкарду какой-то. Хер поймешь. Так, появляться можно здесь и можно там. Ага, нас уже двое, ребят, смотрите. То бишь, кто это такой? Вау, он со стволом. Ну что же, отлично. Будешь мне прикрывать спину. Так, бежим. Все-таки немножко не могу врубиться в суть игры. Что нам здесь нужно делать? Идти в зеленую комнату и что-то там подбирать? И это вся игра? Или в чем-то здесь? Видите, блин, ладно бы хоть по-английски было. А то написано-то хрен знает на каком все. На мексиканском каком-то, с элементами английского языка.
Муэрде, Пуэрде и так далее и тому подобное. Язык сломаешь, короче. Победа. Ну и что ты нам даешь? Так, опять болты. Вау, скиннер. И еще один рабочий. Так, отлично, у нас 250 кристаллов и 1200 каких-то звездочек. Не знаю, для чего и что это дает. Так, можно что тут сделать-то? Улучшить, что ли? Так, еще можно будет потом рабочих вставлять. Но сейчас нельзя. Так, тут еще защита какая-то у нас, я смотрю, есть. Я могу поставить вот эту турель за 25 болтов. Ага, вот эта комната для нее, да? Слушайте, а раз тут дана эта турель, я наверх ее не могу поставить, значит, тут, по идее, будет и нападение, что ли? Ну, точнее, будет атака на нас. Она же не просто так здесь будет стоять. Да, игра принимает какой-то уже более-менее такой оборотик. Но еще раз напомню, ребята, что это бета. Она еще в разработке. Так же, как и Shadow Fight 3. Поиграть в нее можно, но очень много чего недоступно и много чего не работает. Так, ну, что это такое? Это лестница у нас, обычная лестница. Это у нас донат. Это нам не надо пока ничего. Давайте-ка глянем, что у нас тут за персонажи. Так, ну этих я не могу взять, потому что нужно... Ох, хоккеист, неплохо. Не могу взять себе в группу, потому что чего-то не хватает. Я не пойму, то ли уровня персонажа, то ли еще что-то в этом роде. Так, комнатка внизу. Нам надо выбрать более короткий путь. По-моему, вот здесь будет коротко. Самый короткий путь. Ну что же, нам цель наша добежать до зеленой комнаты. И я так понимаю, что вот это вот зомбари, которые сейчас в данный момент здесь на нас нападают, это всего лишь самое-самое начало. Потом, по идее, даже если подумать по логике, надо будет, кстати, зайти на их сайт и посмотреть, что у них вообще в проекте. Что они планируют здесь сделать с игрой. Зомби должны быть разных моделей, модификаций, там, я не знаю, там, зомби-животные и всякие мутированные твари. Вот, ну это, ребята, это опять же мое предположение. Так, что мы здесь? Ага, мы здесь заканчиваем задание, забирая какой-то, непонятно что, сундук, короче, мы забираем. Так, опять болты. И еще один работяга нам достался. И еще скиннер. Скиннер, я так понимаю, вот эти карточки, что мы получаем, это для дальнейшего прооперирования наших персонажей. А что мы можем здесь сделать? Здесь нам ничего пока не доступно. Ясно. Вот мои три героя, да? И один делает болты. Угу. А второго я могу туда, нет? Так, что я могу вообще еще сделать? Ничего. А почему? Чего-то не хватает. А, так, второй, третий. Немножко непонятно, что надо, что от меня требуется. Но персонажи здесь уже так прилично набралось. Ничего не могу сделать. Ну а здесь что? Ага, здесь я могу улучшить. А, вот, Нивел. Нивел третьего уровня, значит, да, надо? Ну давайте апгрейдим. Ой, там уже 400 болтов, да куда? Так, это я могу кого-то сюда поставить, что ли? А, лидер и защитник. Так, а защитник давай вот этого поставим. И что они, интересно, будут делать? Нет, ну 400 болтов у меня просто нет. У меня сколько? Да и... Хотя можно было бы, в принципе, за кристаллы взять. Но пока не будем. И вот они побежали. Нет, ребят, тут должно быть как? Если они защищают вот эти все здания, значит, должны быть какие-то атаки... И все тому подобное. Надо будет, еще раз говорю, мне потом посмотреть, разобраться во всем. А пока у нас, ребята, с вами пробная пробежечка по этой игре. Ну что же у нас тут? Я смотрю, нам можно будет еще одного рабочего добавить сюда, да? А он у нас отсутствует. Вроде бы карточку нашел. А, ну эта карточка, скорее всего, идет на улучшение, да? Так, эти ребята у меня там что-то бегают, суетятся. Так, 100 болтов. Плюс 4, плюс 3. Ну что же, хорошо, турелька. А, за турельку тоже можно кого-то поставить. Вот оно даже как. Эдитор. А для чего это эдитор, интересно? Это что-то я могу изменять? Интересно. Так. Ну что, вроде бы все на своих местах. Да? А дальше я могу продвигаться. Вот, смотрите, скайнер.
Так, уничтожить инвентарь. Ага, это его данные все. Коммунист. Коммунист, да. Ладно, давайте, наверное. Так, тут у нас, по-моему, все. Больше мы... Нет, я могу еще поставить талер. Это еще одну мастерскую. Ну, зачем она мне, ума не приложу. Так, прибавить кристаллики. Ну что, наверное, можно, в принципе, идти на карту и еще раз сходить и помудохать этих зомбарей. Так, сюда или сюда. Давайте глянем, где тут будет покороче. Да вот здесь, конечно. Побежали. А интересно, а почему у меня в компании только два? А где, например, тот амбал? Почему я его не могу с собой взять, чтобы он тоже бегал? Тоже как бы для меня это загадочка. Может быть, у меня уровень недостаточно высокий. И, кстати, тут, ребята, до завершения задания идет время. Я только сейчас заметил. В левом верхнем углу, посмотрите, 2.36. И вот, в принципе, нарисовано, что я должен взять. Взять должен сундучок, то бишь 0 из 1. В данный момент мне такое впечатление, что я прохожу обучение. Потому что мне все пока объясняют, там тыры-пыры тролливали. Только на непонятном мне, опять же, языке. Хотя, может быть, когда она выйдет уже в полноценный в релиз, они добавят сюда все-таки английский язык полноценный. Ну или хотя бы, хотелось бы, я хотел сказать, русский. Вот, потому что здесь даже нету, ребят, знаете чего? Здесь даже нету опций. То есть я не могу даже звук. О, карточка там давали сколько. Ни звук поменять, ни расширение, ничего. То бишь, вот мой экран титульный, и все, больше ничего нету. Даже не сохраниться, не выйти. В общем, вот такая штука. Как ни печально. Так, 400. Нет, мы не будем с вами ничего делать. За 59 кристаллов, конечно, можно было влепить, но это ни к чему. И причем карта, по которой мы ходим с вами, она должна будет расширяться, увеличиваться. Вот, что тут можно? Видите, пока ничего нельзя. Ну, он второго левела уже у меня. Да, левел 2. Кстати, причем он тоже с дробовиком. Тоже. Он единственный, кто с дробовиком. О, смотрите, ребята, мне открылась вторая турель. Уже за 100 этих болтов. То бишь, более усовершенствованная. Так, а эта лестница почему-то мне недоступна. Хотя нужно всего 8 этих. Смотрите, я буду свой бункер строить вниз под землю. Это хорошо, по идее. Тут еще что-то можно было. А, это или это улучшение. В общем, надо будет в этом, еще раз повторюсь, разбираться уже конкретно. Вы пишите свое мнение. Может быть, кто-то знает или кто-то далеко уже дошел в ней. Пускай объяснит мне или напишет в комментариях, что здесь делать надо. В чем вообще суть игры. Пока я понял одного. Собираем болты, собираем еду себе. Что это за глюк такой, зеленая точка. Вот. И, естественно, просто бьем зомби, добегаем до комнаты, берем этот чемоданчик, открываем карточки, которые нам дают на улучшение там людей, рабочих, дают нам запасы. А дальше-то что? Что дальше в ней? Чего ожидать? В общем, жду ваших комментариев по этому поводу. Ну, я сам тоже, естественно, в нее потом еще немножечко поиграю, посмотрю. Может быть, что-нибудь и разгадаем, и разузнаем. Так, опять очередной ящик. Так, это пятый уровень. А тут сколько их всего? Так, 74. По ходу дела здесь еще и надо определенное количество раз сходить. Так, 6 из 8. Хм, нормально. Да, вон внизу, ребята, идет отсчет. 11 из 100. 11 из 100. Что будет, если мы... А, это наш этот уровень. Значит, мне нужен третий уровень. И зарегистрироваться я здесь не могу. Я нахожусь как гость. Ладно. Ну давай. Так, что, уже 200 требуешь? А губишки-то не лопнут у тебя? Так, у меня 10 яблок. То бишь, еда тоже, естественно, для чего-то нужна. Она заканчиваться будет. 67 шурупов этих. И 247 у меня кристаллов. А там-то кто такой стоит? Я что-то не могу врубиться, у меня на улице. Видать, еще один работяга, что ли, прибыл. Так, что тут у нас? Ага, вверх надо нам идти, да? Так, это если мы так пойдем, так. Или лучше здесь? По-моему, лучше, наверное, вот здесь пробежаться, да?
Так, пока я не появился, время у нас идет. Как только я появляюсь, пошел отчет времени. Побежали, ребята. Ой, елки-палки, он сейчас, надеюсь, не через низ побежит? Нет, это хорошо. Пока, значит, все у нас отлично. Все правильно мы сделали. Нет, тупанулое, конечно. Надо было, ребята, все-таки с того края начинать. Потому что я, видите, сейчас делаю что. Оп-оп-оп. А так бы я шел бы просто напрямую. Ну да. Что-то немножко ступил. Так, этого вальнули. На этого тоже нахлобучили. Ну и остались только лишь двое верхних зомбарей. С ними никаких проблем у нас не будет. Это я вам точно говорю. А так, в принципе, по стилистике мне игра нравится. Вот такая она сделана под комиксы какие-то. В стилях, знаете, чего этого... Как у нас игра-то этот, и фильм-то есть. Оставшиеся... Ой, зловещие... Не зловещие мертвецы. Ну, в общем, вы поняли. Ходячие мертвецы, вот. Про ходячих. Типа того, как... Опа-на, Биг Бой! Что? Что вы мне там порадовали? Что-то... Что-то суперское я выиграл, что ли? Или это редкий чувак? Смотри-ка, он тоже со стволом. С револьвером, правда. Так, здесь что у нас? Так, можно его улучшить, да? И я так понимаю... Ага, улучшить. У меня только на 5 уровне. Ну, зато я могу заменить, да? Наверное. Биг бой. Большой парень. Так, ну-ка давай. Во, смотрите-ка, можно поменять. А следующий слот открывается на 5 и на 10 уровне. Уже что-то начинаю допетривать. Так, здесь нужно 200, чтобы получить... Следующий уровень. Только что мне дает этот склад, ума не приложу. Здесь все по... Ага, вот, я могу еще построить одну мастерскую, да? И у меня вроде бы как есть рабочий для нее, да? Получается. Ну-ка, вот если, например, здесь ее установить. Отлично. А теперь мы сюда поставим работягу. Не знаю, правда, стоит ли улучшать ее, а? Так, ладно, улучшили. Написано, что первого уровня, да? Паредес. Так, вот у нас и работяга, нац. Ха, орешек. Ну давай, орешек, иди. Что ты там будешь делать? А, ну ты будешь нам, в принципе, эти шурупы крафтить или добывать, я не знаю. А почему у меня за воротами этот амбал стоит и ничего не может сделать? Ну, я надеюсь, что в этом ничего плохого нет. И никто его там не заколбасит. Так, мне до третьего уровня не хватает всего... 27 очков, я так понимаю. А потом, наверное, скорее всего, с новым уровнем открываются новые возможности какие-то. Может быть, даже новая карта. 2 из 5. О, тут еще брейн какой-то. Короче, тут прилично так всякой ерунды. Инвентарио. А что это такое? Прогресс, 2 из 4. Блин, вот не хватает сюда русского языка, елки-палки. Очень сильно не хватает. А так, тут, смотрите, мост, какая-то вышка, полицейский участок. Должно быть хорошо, по идее. Так, ладно. И что у нас здесь? Ага, наверху. Ну, я не знаю, ребята, наверное, нам все-таки надо появляться с левой стороны. Да? Да, получается, так будет, наверное, ближе. Из расчета того, что мы сейчас забегаем. Хотя нет, или да. По идее, по лестнице должны подняться и без проблем. Сейчас увидим. Главное, мы указали им цель. И за это определенное время они должны ее достигнуть. Вот, в принципе, и суть игры. Да? Ну, и, соответственно, с каждым разом будут зомбари все мощнее. Должны быть, по идее. И, соответственно, мы должны своих героев прооапывать, чтобы добраться именно до определенной точки. Но это может быть здесь так. На первых уровнях добраться до туда и забрать какой-то ящик. Потом, может быть... Многоуровневые задачи, то бишь забрать ящик, заложить там бомбу, предположим, или еще чем-то. Ну, это я уже, как говорится, развиваю мысль на ходу. Вот, а как уже в самой игре планируется, я не знаю. Так, отлично, завалили. Все довольно легко и просто, и непринужденно. Забрали. Да, Виктория, победа. Ну, что бы тут была бы не победа. Так, 81 шуруп. Так. Ага, Биг Боя мы еще взяли. Отличненько.
Ну и что у нас тут? Так, 8 яблок. Яблоки все-таки кончаются, ребята. Ага, болтики изготавливаются. Ну почему-то так мало. Может быть, когда прапаешь хорошенько, оно будет все и лучше. Ну и яблок тоже, извините, очень мало. 400 кристаллов. Ну ни в какие ворота не влазит. Это слишком дорого. У меня даже столько нету. А алмазики я тратить здесь не хочу. Неизвестно, что будет дальше. Ну ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующих сериях, в следующих играх. Всем пока и удачи, ребята.